Всем привет! Сегодняшний ролик пройдет в непривычном для меня формате, мини-видеообзора. Просто хочу показать вам одну хендмейд вещицу, которую я приобрела для своей коллекции. Признаться, я неравнодушно отношусь к фан-атрибутике, поэтому в данном случае просто не смогла пройти мимо. Это бестиарий ручной работы по вселенной Ведьмака. Обложка выполнена из кожи, сам текст напечатан, страницы искусственно состарены. Давайте же с вами под тематическую музыку немного ознакомимся с содержанием. Для тех, у кого возникло дикое и непреодолимое желание приобрести такую же ценную вещицу, я оставлю ссылку на группу мастера в описании. Если любишь фан-видео по различным игровым вселенным, а также фильмам и анимациям, подписывайся на мой канал. С вами была Яна Фокс. Пока-пока.